Коронавирус продолжает распространяться по всей планете. На сегодня болезнь обнаружена в 180 странах мира. К большому сожалению, в этом списке и Казахстан. Как обстоят дела в стране и, в частности, в Алматинской области? Смотрите далее. Хотела бы обратить внимание, предупредить граждан нашей страны, что за неисполнение требований по соблюдению карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Если же будет установлено, что данное лицо не послужило источником заражения для другого лица, то сегодня действующим законодательством у нас предусмотрена за это даже уголовная ответственность. Я как не только главный государственный санитарный врач республики, но как мама, бабушка, рекомендую всем гражданам нашей страны оставаться дома, соблюдать карантин. Только это позволит нам избежать осложнений эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Состояние его на сегодняшний день удовлетворительное. Температура тела в пределах нормы. Контактировавшие с ним два его знакомых, они на сегодняшний день тоже находятся на лечении, в провизорном отделении. Анализы у них отрицательные. Также у этих и в двух контактных лиц тоже были обследованы их семьи. Они тоже находятся на карантине под строгим наблюдением. Семья же пациента, которому была установлена коронавирусная инфекция, на сегодняшний день в Джамбульской области они найдены, тоже находятся под наблюдением на карантине. Очень важно здесь эпидемиологическая информация, поскольку страны у нас разные, но очень серьезно влияет на него. Вот начало считается 17-е. Здесь дополнительно появился мониторинг, кнопка, где они заполняют именно по своему статусу. Все предоставляются в соответствии с текущими нормативно-правовыми актами 3 миллионов пользователей. Работает именно в этом направлении. Режим до хатан сактологин. Thank you.
Со вчерашнего дня в областном центре вновь возобновили деятельность крупные торговые дома и павильоны. Режим работы торговых объектов с 10 до 18.00. Единственное условие для представителей бизнеса – соблюдение и усиление мер безопасности. Я вообще раньше на казахском не разговаривал. Негізі таварымызда да, может, ішінде бірнекелер болуы мүмкін. Өзіміз тамақ шеміз каждый раз, сол үшін таза болсын деп, ауру болмасын. Ше алады тез. Ше жанында бастық. Я абсолютно поддерживаю меры безопасности в торговом доме. Все эти санитайзеры, все это. Только за. Так и надо. По-другому никак. Я поддерживаю меры, которые были приняты с недавних пор, так как хоть у нас и город не на карантине, в торговых домах заходить вход только в масках, это, я считаю, правильное решение. Таким города Талдыкурган произвел рейд и проверку многих торговых объектов. Всем владельцам данных торговых объектов были даны уведомления и предписания касательно усиленного дезинфекционного режима. Те торговые объекты, которые не будут соблюдать данный режим, будут, к сожалению, закрыты. Своим?